начинаем церемонию выпуска 2017 года. Я хочу сказать, что я понимаю, насколько это, с одной стороны, радостное событие, потому что это действительно очень непросто преодолеть, а с другой стороны, чуть-чуть всегда и грусть, конечно, потому что, наверное, чем дальше вы будете уходить от этого дня, тем больше вы будете понимать, что это самые яркие, самые интересные, самые насыщенные годы вашей жизни в кругу друзей, которые с вами пройдут всю жизнь. Медицина так устроена, что не только поступить туда можно только с помощью родителей, потому что они должны были вас вести по жизни с первых дней. Не только пройти университет можно, опираясь на помощь семьи, но так устроена медицина, что и все ближайшие годы всегда повторяется одно и то же. Еще лет 10 вам надо будет быть вместе с родителями. Поэтому, когда вы сегодня получите кто золотую медаль, кто красный диплом, кто диплом об окончании, не забудьте, потому что очень многие родители не приехали сегодня сюда. Выйдя из этого зала, сделать звонок и сказать спасибо. Вот я всей души вас поздравляю и желаю всего самого-самого доброго на вашем жизненном пути. С праздником! Я, конечно, в эти наполненные особым смыслом минуты хочу обратиться к вам, выпускники нашего прославленного медицинского университета. Сегодня у вас одно из самых значительных событий в вашей жизни. Я глубоко убежден, что здесь подготовлены настоящие врачи, которые наши больные доверяют ведь самое главное – свое здоровье. И вы знаете, вот от вас зависит еще одна особенность. От вас зависит социальное благополучие нашего города. К сожалению, вам редко приходят с радостью. К вам всегда идут с болью, с бедой. И уже потом, когда вы помогаете, человек благодарно смотрит и говорит вам слова самой большой признательности. Спасибо вам за это. И еще. О самом главном, пожалуй. Вот вы сдали свои экзамены выпускные, но теперь вам придется сдавать самый главный экзамен. Экзамены на доброту, милосердие, экзамены на душевность, экзамены на стойкость, на мужественность, на честность, на порядочность. Все еще впереди. И поэтому вам хочу пожелать одного, чтобы вы помнили свою студенческую дружбу, не забывали своих профессоров, доцентов, преподавателей, руководителей нашего прекрасного, чтобы вы всегда понимали, что здесь ваш дом, где вас ждут, вам помогут. И еще, вы всю жизнь будете учиться. Учиться, потому что только в знаниях, в профессионализме и заключается авторитет врача с большой буквы. Поэтому от души вас поздравляю с этим значительным событием в вашей жизни. И пусть всегда ваши дела и поступки будут освящены вот этой великой клятвой Гиппократа, словами и наставлениями лучших наших врачей, великих врачей, словами и наставлениями, что здесь сказал академик Багненко, будут говорить ваши профессора. И чтобы это с вами осталось на всю жизнь. И еще я хочу пожелать вам удачи. Потому что в любом деле, тем более в вашем, удача – это вещь далеко не последняя. В добрый путь, дорогие выпускники. Всего вам самого доброго. Спасибо. Действительно, для Ленинградской области наш любимый первый мед является основной базой. Вы живете в очень интересное время. Вы выпускаетесь в очень интересное время. Вы выпускаетесь в то время, когда вас ценят. Ленинградская область вас ценит. Дорогие выпускники, искренне вас поздравляю. Вы поступили в лучший вуз страны. Сегодня вы заканчиваете лучший вуз страны. Количество людей, сидящих в мантиях, а мне сказали, что это значит такое, какое я не видел ни в одном вузе, а страны, поверьте, мне довелось участвовать в таких мероприятиях и в Москве. Я вас искренне поздравляю. Дай Бог вам всего самого доброго. Спасибо. Уважаемый Сергей Федорович,
Уважаемые выпускники, разрешите мне от имени главы администрации Петроградского района Громова Ивана Александровича зачитать вам поздравительный адрес. С гордостью несите звание выпускника Первого Санкт-Петербургского медицинского университета. Сохраняйте и приумножайте полученные в этих стенах знания, берегите студенческую дружбу. Дорогие ребята, мне очень искренне хочется от себя лично добавить вам, что я уверена, что люди, выбравшие профессию врача, это люди с большим сердцем. Оставайтесь такими же честными, открытыми, милосердными, добрыми и внимательными. Удачи вам, в добрый путь. С праздником. Уважаемые дорогие коллеги, вы врачи. Это замечательно. Естественно, что хочется пожелать вам сегодня, да и, наверное, завтра и послезавтра, быть счастливыми. Сложная штука человеческое счастье. Но один из основных компонентов этого – это любимая профессия. Это то, что доставляет радость, гордость и делать человека счастливым. И необходимо, конечно, любить свою профессию. Если это будет, то вот это несказанное счастье будет сопровождать вас, когда больной будет вам говорить: «Спасибо, доктор!» И когда этот больной будет говорить другим: у меня замечательный врач, он мне сделал столько счастья, столько добра, я благодарен ему всю жизнь. Дорогие друзья, это достижимо, это все может быть, это так, только для того, чтобы этого достичь, надо много работать, не переставая. Ну и в заключение, еще раз, да здравствует Первый Петербургский медицинский институт, да здравствует наш замечательный город, и будьте здоровы и счастливы, становитесь лучшими врачами мира. Дорогие выпускники, дорогие гости, дорогие друзья и коллеги, после таких проникновенных душевных слов, которые все предыдущие поздравлявшие высказали, хочется сказать, что самая лучшая специальность на планете действительно медицина. Из опыта могу сказать, что нет работы плохой. Есть работа необходимая. И все зависит от ситуации, в которой вы находитесь. Конечно, мы желаем, и я желаю вам, чтобы вы попали в коллектив работы творческий, дружный, взаимозаменяемый, и чтобы вы с любовью шли на работу и с радостью возвращались домой. Сегодня я редко выпиваю, но выпью обязательно шампанского бокал со своими сокурсниками. И хочу самый короткий тост вам пожелать. Выпьем за удачу жить до ста и не иначе. Дорогие коллеги, молодые и опытные, друзья и товарищи, живите долго и будьте счастливы. Живите долго, потому что это интересно. Университет – это счастливая многодетная мать. Посмотрите, когда-то вы к нам попали. Да? Мы вас
бережно, носили, оберегая от всех внешних угроз, следили за вами, ну, по-матерински наказывали вас. Прошел период схваток, да, государственные экзамены. Сейчас идет период поток, да, итоговая государственная аттестация. Ну, что дальше произойдет? Пуповина с вами не разорвется никогда. Вы всегда на всю жизнь оставляете связь с университетом. Это наше счастье, это ваше счастье. Не забывайте об этом. Всегда приходите, спросите, мы вам расскажем, поможем. Помните, что мы гордимся вами, что университет, ваша мать, она не забывает своих детей. Вы знаете, говорят, что всего три специальности от Бога, остальные от людей. Да? Это судить, учить, лечить. Но на самом деле все три специальности, они в образе врача. Вы всю жизнь будете судить себя за свои неудачи. Вы всю жизнь будете учить и себя, и ваших пациентов. И вам выпало великое счастье учить людей. Обязательно в вашей жизни будет этап, момент, когда кто-то вам скажет, ну что вы, ну не судьба этому пациенту поправиться. Никогда этому не верьте. Вот посмотрите сейчас на ваши руки. Да, вот, дорогие выпускники, посмотрите. Помните, что у Бога всего две руки. Это руки ваши. Помните об этом. Помните, что каждый человек излечивается только тогда, когда вы даете ему часть своего тепла, часть своей души, часть своей жизни. Лечите и летите. Будьте счастливы. Удачи вам, друзья. Мне нравится наш славный первый мед. Мне нравится, что стали вы врачами, что наш любимый университет всегда теперь гордиться будет вами. Мне нравится, что выбран в жизни путь, получены и навыки, и знания, но клятву Гиппократа не забудь. Искусство постигая врачевание. Спасибо дорогим учителям за то, что не жалея сил учили. Спасибо вам, что первый мед наш храм мы искренне навеки полюбили. Спасибо, что дарили радость нам и бережно традиции хранили. Мне нравится наш славный первый мед. Мне нравится, что стали вы врачами. Спасибо, ребята. Добрый путь. Thank you.
стойте на месте, двигайтесь все время вперед, достигайте цели, которые вы ставите перед собой, ставьте перед собой большие цели. Я желаю вам никогда не лениться, всегда думать и не быть равнодушными. Тогда вы сможете быть действительно счастливы в вашей профессии, и она никогда не превратится для вас в скучную ежедневную рутину. Всем счастья и в добрый путь. И несмотря на то, что вам будет нелегко даваться ваша дорога, не сдавайтесь. Ведь если вам тяжело, это значит, что вы идете в гору. Всегда будьте первыми и достигайте своих целей. И вот теперь, когда вы стали врачами, я желаю вам сохранить это чувство, эту доброту и сочувствие к больным в течение всей своей жизни. А она, как очень хочется надеяться, будет долгой и счастливой. И поверьте, очень приятно бывает узнать о ваших успехах. Удачи вам, успеха и самого-самого лучшего! Сторона Петроградская – это дом 19. Здесь профессию вам помогли обрести. В этом доме находится медицинское братство. И науки здесь учатся, чтобы жизни спасти. Дорогие мои медицинские сестры и медицинские братья, в добрый путь счастья, здоровья, успехов и всех благ небесных и всех благ земных. Для торжественного принятия клятвы врача просим всех встать. Получая высокое звание врача, и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека. Проявлять высочайшее уважение к жизни человека. Никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии. Хранить благодарность и уважение к своим учителям. Выделяться с несправедливым своим ученикам. Способствовать их профессиональному росту. Постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство. Беречь и развивать благородные традиции медицины. Клянусь! Государственный медицинский университет имени академика Павлова награждается Бобыльков Василий Андреевич. От имени нашей администрации, нашего университета, от имени ученого совета мы вручаем также благодарственное письмо
Андрею Андреевичу и Марине Сергеевне Кобылькову за воспитание прекрасного сына, который является украшением теперь первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Диплом лучшему из лучших к золотой медали за отличное окончание первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова награждается Карпищенко Елена Сергеевна. Благодарственное письмо. Глубокоуважаемые Жанна Михайловна и Сергей Анатольевич, от имени первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета и от себя лично позвольте выразить вам сердечную благодарность за достойное воспитание вашей дочери. Я с огромным удовольствием вручаю вам эти цветы и благодарственное письмо, потому что это продолжается замечательная плеяда ученых нашего университета. С праздником вас! Диплом лучшему из лучших к золотой медали за отличное окончание первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова награждается Рахманова Жамал Зарифовна. Благодарственное письмо глубокоуважаемая Махим Мурадовна и Зариф Шарапетдинович от имени первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета. Позвольте выразить вам сердечную благодарность за достойное воспитание вашей дочери. Положение о золотой медали в нашем университете жестко ограничивает, что в один год мы можем их вручить не более трех. Но тем не менее, у нас было четыре замечательных выпускника, которые практически шли ноздря в ноздрю все шесть лет. Но медали только три. Но лучшему из лучших награждается лучшая выпускница вузов Санкт-Петербурга 2017 года Ксения Александровна Голубева, которой диплом вручал губернатор три дня назад в атриуме Петропавловской крепости. Благодарственное письмо. Глубокоуважаемый Александр Анатольевич и Ирина Альбертовна. От имени первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета и от себя лично позвольте выразить вам сердечную благодарность за воспитание прекрасной дочери. Уважаемый Сергей Федорович, глубоко уважаемые почетные профессора и доктора, глубоко уважаемые коллеги, учителя и гости,
Для нас вдвойне волнительно получать дипломы и медали из рук ректора нашего любимого университета, потому что мы все еще ощущаем себя студентами. И момент волнительный потому, что мы оказались впервые на такой сцене перед такой аудиторией. Означает 5 лет напряженной учебы. Но медицинское знание не может быть простым. Тем не менее, 5 лет пролетели для нас незаметно, потому что та атмосфера, которую создали наши учителя, однокурсники и одногруппники, станет путеводной звездой для нас на протяжении следующей жизни. Мамочка, с днем рождения тебе. Дорогие наши родители, без вас бы просто-напросто ничего не было. Сначала сделать выбор, потом терпеть нас, во всем поддерживать эти 6 лет. Все наши победы, все наши успехи, все ради вас и все благодаря вам. Вы не представляете, как больно видеть, как вы расстраиваетесь, как мы вас расстраиваем, и как приятно видеть радость в ваших глазах и гордость за нас. Без вас бы просто-напросто ничего не было. Будьте, пожалуйста, здоровы, а мы вас не подведем. И за последние 6 лет мы обрели еще одних родителей. Нам, выпускникам лечебного факультета, Тимур Дмитриевич, Светлана Александровна, Анастасия Александровна, вы стали нам еще одними родителями. Спасибо вам большое за ваш труд, за ваши советы и за ваши железные нервы. Нам очень повезло с деканатом. Уважаемые наши наставники, преподаватели, научные руководители, хотелось бы сегодня выразить вам свою благодарность. Все мы знаем, что студент — это не сосуд, который нужно наполнить, это факел, который нужно зажечь. И у вас это получилось. Спасибо вам огромное за это. И если наши родители помогли нам, многим из нас, сделать выбор в пользу медицины, то вы помогли нам понять, какой области принадлежит наше сердце. Первый медицинский — это университет с богатой историей и глубокими традициями, и именно вы помогли нам их впитать. Нам сегодня очень приятно осознавать, что мы входим в ваш круг, что сегодня мы стали вашими коллегами. Это огромная гордость и честь для нас. И, конечно же, хотелось выразить огромную благодарность от всего педиатрического факультета нашему деканату. Вы стали для нас родными за эти годы. Вы всегда боролись за нас, всегда поддерживали нас, как бы сложно это ни было. И мы это очень ценим. Спасибо вам большое. На сцену приглашаются все выпускники-отличники. Проходите, пожалуйста. Сегодня от имени государства университет с гордостью вручает дипломы установленного образца всем выпускникам 2017 года. Во время исполнения гимна Российской Федерации прошу всех встать.